Протесты против американского удара по объекту военизированной группировки Катаиб Хизбаллах в Эль-Кайме на территории Ирака привели к эвакуации посла США в Багдаде Мэтью Туллера. Дипломата забрали села территории посольства после того, как туда попали участники акции протеста, проходившей под стенами учреждения. Сторонники Катаиб Хизбаллах сломали ворота депредставительства, ворвались на его территорию и подожгли помещение для приемов. Демонстранты скандировали «Смерть Америке» и оказались в зеленой зоне Багдада, где расположены правительственные объекты. Оттуда силы безопасности Ирака и охрана посольства пытались оттеснить разъяренную толпу светошумовыми гранатами. Также против нападавших на дипломатическое здание применили слезоточивый газ. По данным иорданской газеты «Эль-Хадад», в событиях у посольства США принимали участие около 20 тысяч человек. Беспорядки начались после похорон тех, кто погиб от удара американских самолетов. Оплакивать их иракцы пришли в специальную укрепленную зону вокруг посольства и дошли до его стен. Журналисты, которые присутствовали на месте, сообщили, что толпа скандировала лозунги, размахивая флагами Хизболлы и Ирака. Охрана посольства отступила за стены, а протестующие забросали здание бутылками с водой и сломали внешние камеры наблюдения.